Что-то он перед пешеходником так тормознулся. Нифига себе. Столб снес. Ё-моё. Мужик попал. В Екатеринбурге в 6 часу вечера, то есть сильно засветло, на улице проезжей, сочленяющей уральскую столицу с Березовским, под стенами 70-й избушки, мазовский длинномер на ровном месте налетел на забор и частично его разрушил. Случилось это несанкционированное свертывание оранжевой башки равнёхонько перед пешеходной зеброй. Видимо, как раз переход и стал причиной замеса. Можно предположить, что грузовик, катившийся в сторону Большого Стольного Бурга, разогнался, видимо, поздно заметил пешего на зебре, резко тормознулся и голову грузовика скрутило вправо прямо в забор. Не, ну с другой-то стороны, хорошо, что в забор, а не навстречку и не в пешехода, да и на тротуаре в этот момент никого не оказалось. По данным ГОРГАИ, жертв в этом замесе нет. Но людей, поматерившихся в вечерний час пик в незапланированной пробке, наверняка было немало. По словам очевидцев, в такой позе со свернутой шеей и пробитой головой длинномер простоял по меньшей мере пару часов. ГАИшники одну полосу перегородили, и понятно, что тромб на и без того неширокой междугородной трассе получился немалый. Впрочем, со временем он рассосался. Как всегда, ибо со временем рассасывается все. Нифига, фура уехала. Все это на улице проезжей. Движение только по одной полосе.